Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем последний репортаж, посвященный визиту австралийской делегации в Минский офис SkyWay. Вы увидите, как наши гости посетили экотехнопарк, а также закрытые цеха опытно-экспериментального производства «Юнибус», где в режиме строжайшей секретности ведется работа над созданием подвижного состава SkyWay, в частности, полномасштабных моделей и промышленных образцов. Мы уже сообщали вам о переезде модельно-макетной мастерской в новое, более просторное помещение, которое позволяет испытывать действующие модели в полную величину и наладить производство промышленных образцов подвижного состава. Характеристики новых площадей также позволяют проводить испытания элементов путевой структуры, более приближенные к актуальному размеру. В дополнение к этому можно сказать, что центр модельно-макетной работы был преобразован в опытно-экспериментальное производство «Юнибус», у которого появился собственный руководитель Александр Синкевич. В автоспорте личность без преувеличения легендарная. Он стоял у истоков команды конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, с большим успехом выступавший на «Мазах» в европейских шоссейно-кольцевых гонках. Помимо этого, за свою богатую яркими достижениями карьеру Александр сумел приобрести немалый опыт в создании гибридных технологий, что естественным образом привело его в проект SkyWay. На предыдущем месте работы он создал концепцию и стал первым конструктором нового современного городского автомобиля с гибридным приводом. В итоге экскурсия под руководством столь опытного гида получилась весьма поучительной и занимательной. Опытно-экспериментальное производство закрытого акционерного общества «Струнные технологии» впечатлило зарубежных гостей ходом работ по созданию путевой структуры, инфраструктурных сооружений подвижного состава, которые, напоминаем, планируется представить мировой общественности на международной выставке «Инотранс» в сентябре 2016 года в Берлине. В частности, они высоко оценили степень готовности ходовой части юнибайка и качество подготовки пресс-форм для изготовления его кузова, тщательность проработки организации внутреннего пространства юнибуса, ощутили комфорт передвижения на сконструированном и построенном внутри предприятия с испытательными целями электровелосипеда. Безусловно, ключевым моментом пребывания делегации стало ознакомление с текущим этапом строительства. Гости посетили экотехнопарк, где оценили степень готовности пассажирских высокоскоростной и городской линий, транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с концевой анкерной опорой, а также промежуточных и второй анкерной опоры. Ознакомились с ходом сооружения легкой пассажирской линии, остановившись возле готового котлована для ее анкерной опоры, а также оценили экологическую составляющую струнных технологий, работу коллектива нашей компании по возвращению в сельскохозяйственный оборот земель, похороненных под существующими дорогами. По их собственным словам, вкус этих инноваций просто замечательный. По словам представителей делегации, строительство очень далеко продвинулось по сравнению с сентябрем, когда Род Хук приезжал в первый раз во время строительства фундамента станции. Его коллеги, приехавшие с целью проведения технологической экспертизы, были удивлены тем, что нам известны все самые передовые решения, которые используются в работе и их компании, одной из самых передовых в мире, но еще более тем, как комбинируем их мы. По оценке наших гостей, это делается очень оригинально, и им не терпится начать совместную работу по внедрению проекта SkyWay в Австралии. Итогом посещения стал визит к памятному знаку «Нулевой километр» и непременное загадывание желаний. Сегодня мы догадываемся, что большая их часть уже сбылась, так как этот визит ознаменовал новый этап в развитии австралийско-белорусского партнерства, все необходимые для сотрудничества вопросы решены и документы подписаны. Теперь все вместе в добрый путь по небесным дорогам Юницкого. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект. Визит австралийских гостей прошел, как говорили ранее, в теплой, дружественной атмосфере. Он был полон ярких впечатлений и теплых эмоций. Поддерживайте и вы наш проект. Дружите с нами вместе. Хорошо. Строй SkyWay. Спасай планету.